Российско-китайское военное сотрудничество – основа стратегического взаимодействия двух стран. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он сейчас также в Пекине в составе российской делегации. Глава военного ведомства сегодня провел переговоры с председателем Центрального военного совета КНР. В ходе диалога Сергей Шойгу поблагодарил китайскую сторону за приглашение на празднование 70-й годовщины Победы. И отметил, что между Россией и Китаем глубокие исторические связи. То, что вы сочли необходимым и важным вместе с нами отметить в Москве 9 мая празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и принять участие в военном параде, еще раз подтверждает тот глубокий уровень сотрудничества и наших исторических связей. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества. Глава Минобороны пригласил китайских коллег посетить военно-технический форум в Москве в следующем году. Такие встречи, как отметил Шойгу, придают мощный импульс развитию отношений в оборонной сфере. Китайские военнослужащие также смогут принять участие в армейских играх 2016.